Осел и мул. Осел и мул вместе шли по дороге. Увидел осел, что поклажа у них у обоих одинаковая, и стал возмущенно жаловаться, что несет мул не больше, чем он, а корму получает вдвое. Прошли они немного, и заметил погонщик, что ослу уже не в мочь. Тогда он снял с него часть поклажи и переложил на мула. Прошли они еще немного, и заметил он, что осел еще больше выбивается из сил. Опять стал он убавлять ослу груз, пока, наконец, не снял с него все и не переложил на мула. И тогда обернулся мул к ослу и говорит: «Ну как, по-твоему, любезный, честно я зарабатываю свой двойной корм? Так и мы должны судить о делах каждого не по началу их, а по исходу».